În această seară pe scena talentelor urma să urce tânărul magician de la Ungheni, Mihail Koval. Din păcate ne-a anunțat că nu poate veni din cauza că s-a îmbolnăvit. Are suspecții la pneumonie, iar medicii i-au prescris un regim foarte strict. Echipa noastră a fost astăzi la Ungheni, iar Mihail a transmis un mesaj pentru toți. Să-l urmărim. Здравствуйте, меня зовут Михаил Коваль, я фокусник-иллюзионист. И, к большому сожалению, я не смогу сегодня выступить в полуфинале шоу «Молдова Риталент». По причине очень высокой температуры я очень сожалею об этом, потому что у меня было очень много планов на это шоу, которые, к сожалению, я не реализовал именно в этом сезоне. Потому что в следующем сезоне я обязательно приду, и я гарантирую всем зрителям, всем людям, которые меня поддерживают, что все обязательно будет, вы все обязательно увидите, и вам 100% все понравится. А пока я хочу пожелать всем участникам, всем полуфиналистам удачи. Самое главное, крепкого здоровья, потому что все-таки от этого зависит качество вашего выступления. Всем удачи! Aplauze încă o dată pentru Mihail. Îl așteptăm în sezonul 2. Vă spunem că este un tânăr talentat.